Все продавцы города обязаны носить маски и перчатки. Этот вопрос власти города держат на контроле. В Наурызбайском районе соответствующие службы провели рейды по продовольственным магазинам и крупным рынкам города. В составе инспекционной группы – полицейские, сотрудники Департамента по контролю качества товаров и услуг и волонтеры. В первом же проверенном продуктовом магазине был обнаружен целый ряд нарушений. Уполномоченные органы провели разъяснительную беседу с продавцами и владельцем торговой точки. Сіздерге башылар түсіндіріп айттым, өзі санитарлық неге карантин болды. Санитарлық нормаларды қадағыңыздар. Башыларыңыз қандай да бір ыдыстар әкеп, өздеріңізге перчатка кигізіп. Қазір перчатканы жоқ, қазір киіп отырсың мен көзімше. Санитайзер қойып ана жерде қолды тазалап отыратын күнделікті септиктер, антисептиктер қойды ма? Берді ма сіздерге башыларыңыз? Неге сондай жұмыстар жүргізбейсіз? Естіп отырсыздар ғой, карантин болып жатқанын қазір. В центре внимания и городские рынки. Один из них, Таусамалы, в связи с объявленным карантином наполовину пуст. Работают только реализаторы продуктов питания. На входе установлены антисептики для дезинфекции рук. Продавцы соблюдают все санитарные нормы, обслуживают клиентов в масках и перчатках. Кроме того, ведется контроль ценовой политики базаров. Также создана рабочая группа для контроля цен на социально значимые продукты. Мы ежедневно выезжаем на объекты, расположенные в районе, проверяем магазины, ведем мониторинг цен на товары. Проверкой будут охвачены не только маленькие магазины, но и крупные рынки. За несоблюдение санитарных норм владельцам торговых точек грозит штраф в размере 25 тысяч тенге, либо лишение свободы на 15 суток. В Наурызбайском районе насчитывается около 220 небольших продовольственных магазинов. Разъяснительная работа с администрацией мини-маркетов проводится ежедневно. Денис Земцов, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.